Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Вас приветствует Алена Ариес. Прошу прощения за голос, он еще до конца не восстановился. Поэтому сегодня снимаю для вас одно видео. Итак, что же принесет вам пятница? А также хочу сказать, что 9 июня будет мастер-класс бесплатный. Таро для замужества. Регистрируйтесь по ссылочке в описании. Итак, пятница, смотрите, принесет вам какие-то успехи в работе. А затем, смотрите, в документах пока нет продвижения. Также вас ждет приблизительно в обед какая-то встреча важная для вас. Да, с мужчиной встреча будет. Чувственная очень встреча. Вряд ли эта встреча будет делового плана. Так, смотрите, в обед также могут позвонить мошенники, будьте аккуратны. Вот, с каким-то предложением. Так, еще что в пятницу? Ну, успех. Здесь, в общем-то, все говорит об успехе. Успех в работе, карьере, бизнесе. Здесь и денежки вам придут. В общем-то, ну вот действительно реально успех. Успех в работе, карьере и бизнесе. Увеличение дохода, увеличение количества клиентов, подписчиков. Да, вечером я вижу встречу с вашей семьей. Семья может быть для вас, для всех тоже разное понятие. У кого-то семья это так в широком смысле слова. У кого-то может быть это муж и дети. У кого-то еще какие, возможно, родственники какие-то. А вот, да, и даже, возможно, какой-то семейный праздник или просто семейные разговоры, встречи, все очень приятное. Так, попозже вечером у вас какие-то волнения будут из-за поездки или из-за каких-то приближающихся перемен. Перемены связаны могут быть с работой, также карьерой, бизнесом или с финансами. Может быть, будете волноваться из-за финансов, а хватит ли денег на переезд или поездку. Вот. Да. Еще момент. Если вдруг у вас идут какие-то суды, то будете как раз таки думать об этом, когда же этот суд закончится. Скорее всего, вы знаете, когда он закончится. Но мысли об этом будут, то есть каково будет решение суда. Вот, будут об этом мысли, я могу вам, в общем-то, сказать, какое будет решение суда. Решение суда вас устроит. Да, оно будет очень благоприятно для вас. Так, и еще что тут я вижу вечером? Разговор или общение, скорее всего, общение где-то в соцсетях или в мессенджере с каким-то мужчиной светленьким. Может быть, да, лысый или седой. Светленький, ну, либо совсем, может быть, светленький, это могут быть рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза, такой активный, целеустремленный, жизнерадостный, да, и одинокий, или скучающий мужчина. Девочки, очень прошу вас, напишите в комментариях, пожалуйста, как вам мой голос, да, как воспринимается именно. Сегодня я пока сняла одно видео. А планирую завтра также еще на завтра также отснять еще одно видео, поэтому напишите, пожалуйста, как вам мой голос. Так, карта совета, мои хорошие. Итак, о, богиня Бригитта, не уступайте. Отстаивайте то, что вы считаете правильным. На этом я вас всех благодарю. Желаю вам всем всего самого-самого прекрасного. С вами была Алена Ариес. До новых встреч, новых видео. Пока-пока.